Приветствую вас, возьмем гости, братья и сестры, задали вопрос. Почему евреи ходят к стене плача и плачут? О чем плачут? Ну, давайте отвечу. Во-первых, они плачут о том, что до сих пор не пришел Мессия, которого они так ждут. Вы скажете, как не пришел Мессия? Иисус Христос и был Мессия, и вы будете правы. Но они не приняли Иисуса Христа как Мессию. И они ходят к внешней стене, та, которая осталась от разрушенного храма в 60-м году от Рождества Христова, храма Соломона. И они ходят туда и плачут, вознося свои молитвы к Богу, чтобы наконец-таки пришел Мессия и стал главенствовать над всеми народами, как единый правитель мира, а они были опять Бога избранным народом. Можно ли ходить нам туда? Экскурсионно можно, но не молиться. Для нас уже пришел Мессия, Он есть Иисус Христос. Мы теперь ждем Его второго пришествия. Храни Господь!